Сегодня у нас Toyota Sequoia, ставим B-линзы, штатный разъем H4. Фара от Sequoia в разборе. Сняли уже отражатель. Вот уже фара одна с установленным биксеноновым модулем. Он еще с защитной пленочкой. Сейчас мы будем укладывать герметик не сохнущий. Да, вошли блоки. Идеально. Второй поставили уже? Вот так вот. О, омывалочка. Да-да-да. Сюда мы поставили бачок. Пластину крепления сделали под аккумулятором. Там такая площадка, просто на саморезы. Прикрутили. Такая вот омывалочка. Сейчас покажу кнопку омывайки. Куда мы кнопку поставили? Вот сюда. Справа от руля. Зажигай. B-линзы. Такие вот линзочки. Также был установлен омыватель фар. Давай. А выключи фары, Миш. А то не видно, давай. Сейчас покажу вторую. Как. Давай. Вообще мощно бил. Такая вот у нас Sequoia. А, фарки полированные, честно говоря. Новые фары абсолютно. Сегодня мы сделали. Как туманочку тоже полированную. Не, надо все постепенно, блядь, у меня газ еще торчит. Да все хорош, хорош. Прикрой ворота. А, у него зад немножко там съехал с горочки. Вот, все, теневая граница. Миша, подъехай немножко, вот жопу закинь на парапет. Да. Еще, чтоб зад залез. Еще. Да. Вот я все-таки поставили машину нормально. Вот, наблюдаем. Так, продолжим. Светотеневая граница. Можете наблюдать. Супер резкая. На всем протяжении. Никого не слепит. Светит идеально. И выглядит красиво. Во, давай. А не видно. Давай. Во. А убери дальний. Вот это ближний. Дальний. Ближний. Четко.